Всем привет, с вами Полли. Сегодня я хочу вам рассказать об этой книге. Она называется «Энкаустика. Автор Хвостенко». Это книга 1985 года. Она достаточно старая, но очень интересная, очень познавательная. И я хочу вам рассказать, что я здесь прочитала. Возможно, это будет кому-то интересно, особенно если вам интересны мои эксперименты с рисованием горячим воском. Здесь есть разные иллюстрации и много полезной информации. Вот я вам покажу чуть-чуть картинки. Книга очень хорошая, и я думаю, что здесь масса такой информации, которой нет в других источниках. Поэтому послушайте, если вам интересно, и, пожалуйста, примите к сведению. Обязательно делитесь в комментариях, что вообще об этом думаете. Если вас интересует энкаустика и вообще рисование воском, живопись горячим или холодным воском, не забудьте подписаться на этот канал. Автор книги Хвостенко, она занималась тем, что изучала старинные работы, выполненные в стиле энкаустика. Ее отец тоже занимался историческими разными работами энкаустическими и потом умер из-за того, что повредил здоровье. Таким образом, что в смеси энкаустических разных смол там входили вредные вещества. Но она продолжила как бы работу своего отца и занималась изучением старинных работ, и вот написала книгу. Она изучала многие работы, которые были в то время на территории Советского Союза в разных музеях, а также работы, которые были найдены там на разных островах и в разных странах, и тоже относились именно к старинным энкаустическим работам. Сегодня можно найти в музеях работы, выполненные в стиле энкаустика, датированные первым-третьим веками нашей эры. То есть вы можете себе представить первый век нашей эры, насколько это старые работы, и они хорошо сохранились. Здесь в этой книге рассказывается много разных способов, как обрабатывали, допустим, древесину или различные керамические поверхности, и не только керамические. Можно энкаустику использовать, например, на цементе, на бетоне, на мраморе. Но изначально в основном это была древесина, деревянные поверхности, не обязательно ровные. Вот. Их обрабатывали специальными тоже как бы средствами с использованием тоже воска. Помимо живописи, там есть такой процесс, как оплавление. И все поверхности изначально готовили для того, чтобы наносить воск именно в виде, допустим, ну, картины, живописи. Для того, чтобы подготовить поверхность для энкаустики, брали, например, доски, выравнивали их, обчищали и наносили смесь смол с воском и с маслами. И когда это все, в общем-то, застывало, использовали еще оплавление. Это необходимо для того, чтобы пузырьки воздуха, которые могли попасть между слоями смеси воска, они могли со временем разрушить как бы всю поверхность. И точно так же оплавление использовалось после нанесения картины. Ну, то есть живописи какого-то рисунка оплавление в энкаустике обязательно используется. Там рассказывается о том, что в первом веке нашей эры были использованы очень качественные, во-первых, сорта дерева, такие, которые долго не разрушались и не разрушаются до сих пор. Но, во-первых, с ними было сложно работать, это было не такое податливое дерево. Во-вторых, как бы оно очень было, конечно, дорогостоящее. Восковые краски, которые изготавливались, тоже там целое дело было для того, чтобы изготовить, например, какую-то определенную краску, особенно белого цвета или светлого. Почему так сложно? Потому что оплавление и вообще нагрев, он как бы добавляет копоть и
сам цвет краски, он становится более темным. Поэтому светлые краски в анкаустике, их добавляли в последнюю очередь на картины, как правило. Ну, не только картины, там были разные работы. Вот. И вообще светлые краски, я сама это уже тоже обратила внимание, что светлый цвет в рисовании воском это очень сложно. И особенно тоже как бы проблема была в том, чтобы создавать какие-то такие оттенки, то есть не чистый цвет, а какой-то градиент. С этим долгое время была проблема. Энкаустические работы, которые находили, изначально в основном это были надгробные маски, как бы выполненные с помощью энкаустики, разрисованные в Египте. То есть вот эти гробницы, там были разные маски. Кроме того, всякие, знаете, там предметы находили на разных островах. Например, созданные из дерева, как декоративно-прикладное искусство. Там, например, птица какая-то из дерева сделанная. И орех. То есть все это сделано, выполнены какие-то предметы. И раскрашены именно горячим холодным воском, смолами с использованием воска. То есть энкаустика использовалась изначально за неимением разных других красок. То есть масляных красок еще не было. И не было еще понимания, что ну, когда-то будут холсты. Холстов, понятное дело, не было. Например, еще раскрашивались керамические, ну там, возможно, даже глиняные кувшины, различная посуда. И там были такие технологии, что есть специальный инструмент в виде копья, называется цестр. Этим инструментом как бы делались выемки, создавались в дереве, например, в керамике, и туда заливался горячий воск. Таким образом создавался декор и украшения, например, кувшина, вазы или чего-то еще. В конце 19 века, кажется, в 1887 году, я уже слушаю, нету ли здесь у нас сирены, но сейчас это не сирена. Значит, в конце 19 века, в 1887 году, в Фаюмском оазисе в Египте были найдены погребения, и там вместо масок были портреты, которые впоследствии в истории мы можем с вами как бы узнать, как фаюмские портреты. Их там было много, и они были очень хорошего качества. Эти фаюмские портреты уже прошли сквозь тысячелетия, и как бы слой энкаустики находится в очень хорошем состоянии. И ученые, конечно, и искусствоведы изучают эти фаюмские портреты, потому что интересно, как же они были созданы. И сказано, что некоторые фаюмские портреты, помимо того, что там был слой воска, смолы и масла, это такой состав был в основном, там составы менялись как бы между собой. Кроме вот этого привычного состава, некоторые фаюмские портреты содержали даже золото. В книге сказано, как наносилось золото, брался трафарет, и там были некоторые разные виды тончайшего золота, через трафарет наносили, то есть чтобы абсолютно ровно было, выливали на определенные участки. То есть, как мы понимаем с вами, поталь это как бы аналог ну, золоту, которое раньше использовали, просто поталь, конечно, дешевле и доступна всем нам для использования в своих работах. Вот, а раньше люди не экономили и использовали настоящее золото. Человек, который вот рисует как бы горячим или холодным воском, назывался и называется энкауст. И сейчас есть тоже энкаусты, которые используют тоже разные, наверное, старинные как бы рецепты, возможно, свои какие-то рецепты находят. И это, конечно, очень интересно. Я могу сказать, что я вижу вообще в энкаустике очень большие перспективы. Не меньше точно, чем в масляной живописи. Я вообще считаю, что те, кто найдут какие-то очень крутые рецепты именно для
рисования горячим и холодным воском, они просто сделают огромный прорыв в живописи. Я действительно так считаю. Вот. Но для того, чтобы этим заниматься, нужна, конечно, материальная база. То есть без как бы финансирования это очень сложно сделать, потому что все эти эксперименты, они как бы не очень дешевые. Обработка воска и использование разных смол, разных масел, это все, конечно, требует финансов. Там, например, в книге рассказываются старинные рецепты, которые были записаны старинными мудрецами. И там, например, я вам в общих чертах расскажу. Например, брался чистый воск и кипятился. Дальше там снимали верхнюю часть, которая светлела, там как пена была, потом еще несколько раз кипятили, добавляли смолы, масла. Также рассказывается о том, что нужно было выдерживать, например, определенное время на солнце, определенное время под светом луны. Ну, не знаю, насколько это оправдано, но сказано, что как бы и солнечный свет, и лунный свет, они как-то влияли на цвет как бы этой краски, которая получалась, то есть как бы таким образом происходило отбеливание и, наверное, какие-то еще другие физические свойства появлялись. То есть очень сложно добывался просто даже какой-то цвет для того, чтобы рисовать портреты и использовать краску в энкаустике. В книге указано, как можно добиться абсолютно, знаете, таких прозрачных оттенков, как можно добиться таких оттенков, которые будут почти как акварельная живопись. Но я еще этого ничего не пробовала, потому что даже в мирное время у нас как бы нет таких здесь возможностей все это смешивать, смолы, масла, там скипидар используется. Я не могу в квартире этим заниматься, мастерской у меня нет. И, честно говоря, у меня пока финансовых возможностей для массовых экспериментов нет. Но вообще это очень, конечно, интересно, и я с удовольствием этим займусь, когда у меня будет материальная база, когда у меня будет мастерская и мир там, где я живу. А живу я в Запорожье, так что надеюсь, что когда-нибудь это все произойдет. Энкаустика мне интересна тем, что, как бы я считаю, вообще рисование воском, оно очень долговечное. И как уже мы знаем из истории, это уже достоверный факт, что вот эта восковая живопись, она самая долговечная из всех известных. То есть, если найти свои рецепты для энкаустики, да, и как бы приспособиться действительно создавать такие полупрозрачные оттенки, я уверена, что можно создавать просто настоящие шедевры, именно горячим и холодным воском. И, конечно, нужно над этим работать, если есть возможность. Там рассказано о том, что были найдены захоронения, например, художников-энкаустов, то есть каутерии. Каутерии – это инструмент, который нагревается, например, лопаточка. Сейчас я использую, вы видели, электрокаутерии, слава богу, у нас есть электричество. Раньше это вообще все нагревалось, причем нагревалось таким образом, что нельзя было передержать, опять-таки, допустим, вот эту смесь восковую, потому что она начинала темнеть, коптить. То есть надо было придерживаться определенных температур. Сейчас это можно все использовать электроинструментами для энкаустики. Я очень счастлива, что они у нас есть. Вот. И были найдены в захоронениях каутерии, и были даже найдены ручки от кисточек. Кисточки не найдены, но предположительно, что кистями тоже рисовали, и по портретам тоже искусствоведы определили, что это было нарисовано кисточками. Но сказано в книге, что, скорее всего, кисти как-то обрабатывали. Я могу вам сказать, что у меня в том наборе, если вы видели, у меня там есть какое-то видео, я рисовала металлической кисточкой, тоже такой каутерии кисточка, но очень неудобно, потому что воск налипает, его очень проблематично снять, даже если нагреваешь. То есть он налипает на каждую вот эту металлическую как бы ворсинку, на каждую проволоку, и кисточками очень неудобно. И, конечно, я пробовала разными кисточками обычными рисовать,
все налипает, кисточки приходят в полную негодность сразу. Не получается использовать даже один раз, то есть один день кисточку, ну, у меня лично не получается. Может быть, там надо что-то добавлять действительно, какие-то масла, какие-то смолы, но чистым воском рисовать кисточками нереально. Вообще книга очень интересная, и я вам рекомендую ее прочитать, если вы найдете в библиотеке. Я думаю, что вы можете найти ее в библиотеке, вот, если, конечно, вас интересует энкаустика. Со своей стороны, я, конечно, буду изучать эти вопросы по мере возможности. Вот. Ну, сейчас могу себе позволить только почитать книгу. Я уже читала ее несколько раз, но у меня она не откладывается, потому что для того, чтобы хорошо все это усвоить, нужно обязательно как бы практически все это попробовать. Практически у меня вообще нет никакой возможности это все попробовать. Вот. Но я надеюсь, что все получится. В книге, кстати, сказано, почему энкаустика ушла как бы в глубину веков и перешли на масляные краски. Потому что со временем начала людям навязываться религия, и нужны были постоянно в большом количестве разные иконы. Я ничего против икон не имею. Я вообще верю в Бога, и я верю тоже в силу икон. Вот. Но я считаю, что ни в коем случае нельзя никому ничего навязывать. Когда понадобилось большое количество икон, стали думать, как выходить из положения, и начали уже переходить на другие краски, а затем и на холсты, то есть пошло массовое производство как бы живописи, и затем уже пошли портреты, натюрморты по мере того, как живопись развивалась. То есть таким образом энкаустика осталась в прошлом в основном. Но могу сказать, что настолько это были дорогие вообще работы энкаустические, что вот в древности, в первые века, их нельзя было даже купить, их мог художник только энкауст подарить. Ну, так сказано в этой книге, потому что им просто не было цены. Кроме того, когда были войны и пожары, вот разные в течение истории, очень многие, к сожалению, энкаустические работы были уничтожены. Это очень жалко, вот, но какие-то работы до нас дошли. По поводу состава этих разных, ну, как бы энкаустических восковых красок, там даны рецепты в книге, как сделать таким образом состав, чтобы этот состав выдерживал более высокие температуры. То есть чем круче и долговечнее получается краска, тем больше ресурсов и сил и времени нужно потратить на то, чтобы ее изготовить. Поэтому можно краску такую создать восковую, которая будет выдерживать, например, 90 градусов кипения, она не будет таять. То есть это очень классно, можно держать даже на солнце где-то, ну, в освещенных, по крайней мере, комнатах, и ничего с этими портретами не случится. Но, конечно, для того, чтобы создать такой состав, нужно очень сильно постараться и найти эти рецепты собственные и вложить, конечно, средства. Надеюсь, вам было интересно то, что я вам постаралась рассказать из того, что я прочитала. Пишите, пожалуйста, в комментариях, интересует ли вас энкаустика и вообще создание живописи воском. Меня очень интересует. Вот. И если вам это интересно, пишите, пожалуйста, пробовали ли вы вообще что-то рисовать воском. И что вы об этом думаете. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!